Самым значимым праздником, объединяющим всех женщин мира, считается 8 марта. Телеканал «Тверской проспект» и наши партнеры продолжают акцию к главному весеннему празднику. Цветы и подарки получили десятки тверичанок в преддверии Международного женского дня. А как это было, увидите прямо сейчас. Празднование 8 марта в современной России ассоциируется в первую очередь с лишним выходным и обязательными цветами. Тюльпаны, мимозы и, конечно, розы – самые популярные цветы в Международный женский день. Антонина – ценитель именно королевы цветов. У женщины даже есть собственный розовый сад. Она поделилась секретом, как же вырастить целый сад роз на своем участке. Их надо любить. Любить и каждый день с ними разговаривать. И дарить. Всем окружающим ко мне очень многие приходят и 1 сентября, и день рождения. Я всех, как говорится, угощаю розами. Наш партнер, садовый центр «Цветущий сад», поздравил женщину с 8 марта и подарил саженец розы, который украсит сад Антонины уже в этом сезоне. Спасибо огромное, но не ожидал. Откройте дачный сезон уже сегодня с новым садовым центром «Цветущий сад». Грунт удобрения более 4000 сортов семян, более 500 сортов саженцев, садовой орхидеи, инвентарь. Запаситесь заранее и пусть соседи завидуют. 2 Александра Невского, 52. «Цветущий сад» – ваш дачный сезон открыт. О чем еще мечтает современная девушка сегодня? Конечно, быть счастливой. Счастливой, иметь надежное плечо, опору. Скажем, хорошее настроение всегда. За последнее в праздничный день отвечает наш партнер – Foodbase. Весна, любовь, цветы – Foodbase. 8 марта вас ждет выступление кавер-группы «Космодром». Скидка 8% на все меню и цветы для всех девушек. Фудкорт Foodbase, торговый центр «Вавилон», Цанова, 8. Спасибо большое. Ольга обычно встречает весной главный весенний праздник в кругу семьи. Но этот год стал исключением, поэтому поздравления в этот раз с экрана ТВ. Бабушками, с сестрой, с роднёй совсем. Всех поздравляем. Здоровья, улыбок, весны, всего-всего хорошего. А чтобы всегда быть на связи, наш партнер Дом.ру дарит Ольге подарок. Чтобы всегда вы были постоянно на связи, даже если когда находитесь в разных городах и не получается встретиться. Спасибо. Наш партнер – телеком-оператор Дом.ру. Установите новый роутер от Дом.ру и летайте в интернете на скорости до 300 мегабит в секунду в любой точке квартиры. Подробности по номеру телефона 8 800 333 7000 или на сайте domru.ru. Встречает весну по традиции в кругу семьи и Анна. Домой, близким поеду. Куда? В Нелидово. А после праздников родные девушки планируют приехать в Тверь, поэтому наш партнер, гостиница «Октябрьская», дарит сертификат на скидку. Жителям и гостям города гостиница «Октябрьская» предлагает размещение в уютных номерах от категории «Стандарт» до категории «Люкс». Демократичные цены, специальные тарифы для молодожен. На территории гостиницы расположены конференц-зал и кафе. Проспект 50 лет Октября, дом 3, телефон 44-44-94. Спасибо. В Международный женский день поздравления звучат не только из уст мужчин и женщин, как никто другой знают, что главное в жизни. Всех бабушек, мам, девушек, девочек, всех с праздником. Радости, счастья, веселья в этот день всем женщинам. Должно быть хорошее здоровье. Когда есть здоровье, все мечты обязательно сбудутся. Когда здоровье, это же здорово. За здоровье глаз отвечает наш партнер – клиника современной офтальмологии. В подарок – сертификат на бесплатную проверку зрения. Клиника современной офтальмологии – это самое современное диагностическое, лазерное и хирургическое оборудование, высококвалифицированные специалисты и индивидуальный подход к каждому пациенту. Детское отделение укомплектовано лучшим оборудованием, в том числе уникальным в Твери области для диагностики и лечения глазных заболеваний. Доверьте здоровье ваших глаз и глаз ваших детей ведущей офтальмологической клинике в Твери с многолетней историей и надежной репутацией. Спасибо большое. С праздником. Всего самого-самого доброго. Спасибо. Ой. Ну и мечтать в этот день, конечно, забывать не стоит, ведь все мысли материальны. Но какая женщина не мечтает получить в подарок машину? А выбрать ее можно в едином центре Trade-In. Наш партнер также дарит ценные подарки и готовит сюрпризы для автоледи. 8 марта там пройдет мероприятие, посвященное весеннему празднику. Тверской автосалон подготовил для своих гостей, а главное, милых дам, солнечную и весеннюю атмосферу, приятную музыку и свежие цветы. В праздничные дни выходные автосалон работает.
работает по обычному графику с 9 утра и до 9 часов вечера. И, конечно, всем прекрасным дамам красная роза от флористического салона «Орхидея». Там всегда свежие цветы и прекрасный сервис. Выражайте эмоции цветами. В преддверии праздника в торговом центре «Рубин», где проходила акция нашего телеканала, стало теплее от приятных слов и красивых цветов. Атмосферу праздника помогло задать Эвет агентство детских и семейных праздников «Family Party Time». Благодарность наш телеканал выражает его директору Елене Чернявской.